Здравствуйте, с вами магазин AutoZvuk.ua. Сегодня мы рассмотрим комплект светодиодных ламп от компании PrimeX серия Z Pro на цоколь HIR2 с температурой свечения 5000 кельвинов. Поставляется в фирменной упаковке комплект. Вот так вот все укомплектовано. Здесь находится инструкция с гарантийным талоном, шестигранник для фиксации и две светодиодные лампы. В данных лампах используются два варианта охлаждения, активная и пассивная. Пассивная — то, что внизу есть радиатор, и то, что сама лампа полностью металлическая. Активная — это встроенный кулер. На каждой лампе используется по 8 светодиодов. Мощность ламп составляет 28 Вт. Подключается на питание как 12, так и 24 вольта с помощью стандартного разъема. На проводе подключения нет никаких драйверов, что намного упрощает установку. Не занимает много места в подкапотном пространстве. Одну из ламп мы сейчас подключим на питание 12 вольт и визуально посмотрим, как же она будет отсвечивать. Подключаем 12 вольт. Лампа загорается. Отсвечивает довольно-таки ярко. Напомню, мощность ламп составляет 28 Вт. Цветовая температура 5000 кельвинов. Как мы видим, она такова и есть. Чисто белый световой поток выдает данная лампа. После установки таких ламп в автомобиль нужно будет выставить правильно светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения. При покупке на комплект ламп обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте autozvuk.ua.